Гэтыя залатыя медалі сталі для Віктара Братчэні 13-м і 14-м з чэмпіянатаў свету па армрэслінгу. Усяго ў капілцы спартсмена ўжо 47 медалёў у рознай пробы са спаборніцтваў самага высокага ўзроўню. І на дасягнутым ён спыняцца не збіраецца, таму што ў яго жыцці ёсць матывацыя быць заўсёды лідарам у гэтым відзе спорту. Я всегда настраиваюсь на победу, то есть я даже когда еду, говорю, я еду за золотом. Мне говорят, так же нельзя говорить, ну всякое может случиться. Но я всегда отвечаю, если я не буду говорить, что еду за первым местом, то я сам в этом начну сомневаться. Если я сказал, что еду за золотом, значит я должен привезти золото, по-другому уже никак. Армрэслінг у многіх краінах свету стаў ужо вельмі папулярным відам. Чэмпіянат свету ў Венгрыі нават трансліравалі ў прамым эфіры па тэлебачанні рэспублікі. Дасягненні Віктара Братчэні іскрава гавораць аб тым, што і ў Брэсцкай вобласці армрэслінгу і не толькі надаецца належная ўвага, і асабліва, калі імі займаюцца людзі з абмежаванымі магчымасцямі. У нас делается, чтобы люди, особенно с определенными, ну скажем так, ограниченными возможностями, могли также себя реализовать, поскольку для этого и делается на спортивных объектах возможность безбарьерной среды, и пандусы, и сегодня организуются группы для инвалидов. У нас работает центр при учебно-методическом центре сектора инвалидов, который сегодня тоже отмечали на уровне республики, активно проводит работу. И вот Виктор, наверное, сегодня как один из ярких таких примеров того, что не стоит останавливаться, нужно работать над собой, преодолевать себя. На сустрэчы в управлении спорту и туризму, прайшовшым на сустрэчу с Виктором Братчэні, говорилось и об тем, что нема непераадольных барьеров, головное жадание и праца над собой. Тады будзе и выник. Для самого же 14-разового золотого прызёра чэмпіянатаў свету па армрэслінгу гэтае дасягненне, з яго слоў, толькі пачатак спартыўнай кар'еры. Цель – это когда достигнута цель 20-кратная, уже буду ставить цель следующую, например, 25, либо 30, поэтому аппетит приходит во время еды, поэтому я жду. Юрый Печур, Тыгран Акапян, телерадыёкампанія «Брэст».